В Донбассе под огнем украинских силовиков погибли 5 мирных жителей, еще 8 человек получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны, провозглашенной Донецкой Народной Республики. Все произошло в районе 3 часов ночи. Под обстрел попали гражданские автомобили, которые двигались через КПП «Еленовка». Кроме того, повреждены жилые дома и здания больницы. Стреляли, по всей видимости, из 120-миллиметрового миномета. Всего было выпущено 8 снарядов. По словам ополченцев, перед обстрелом в небе был замечен украинский беспилотник-корректировщик. Сейчас пункт пропуска закрыт. Данные об атаке уже переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.